У нас близится День защиты детей. Вы сами часто работаете, да, с детьми. У вас вы пишете для детей всю жизнь, можно сказать. На ваш взгляд, какое сейчас растет молодое поколение, да? Сейчас многие ругают, опять-таки, детей. Вот на ваш взгляд, молодое поколение, оно хорошее или нет? Оно будущее наше? Каким вообще вот видите вот молодое поколение? Ну, я сделал вывод, много общаясь с детьми, вот будучи взрослым. Хотя я сам, наверное, большой ребенок до сих пор. И все эти детские песни – это как бы выражение моего детского «я» и ностальгия по детству, потому что я для себя пишу песни, а не для детей. Вот. Я сделал вывод, что дети во все времена, эпохи, во всех странах одинаковы, потому что они одинаково близки к Богу. Вот. Меняются взрослые.